Казахстанским волонтерам посвятили фотовыставку в одном из столичных ТРЦ. На трех десятках фотографий волонтеры, принимающие и распределяющие гуманитарные грузы, помогающие людям во время пожаров, наводнений и взрывов за последние 3 года, во время трагических событий в рядах волонтеров работали почти 10 тысяч молодых людей. И фотовыставка – это дань уважения их труду, отмечают организаторы. Вот, например, отряды добровольцев во время пожаров в Костанайском регионе помогали не только населению, но и пожарным. Наверное, герои нашего дня во время пандемии Мақтаарал, Арыс, вы видели костанайские события, последний пожар. Это волонтеры, потому что люди, которые по зову сердца идут на помощь другому человеку, вот, по, значит, милосердию своему помогают. Я думаю, что это большие герои нашего современного вот, мира. Когда приехали фуры с Северо-Казахстанской области, они отправили нам огромную фуру, только муки. Мы ее разгрузили всю. И в этот момент один из фотографов успел поймать очень красивый кадр. Слово «безбергеймес», когда часто слышится по всему Казахстану, оно не пустой звук, это и в самом деле так.